Живи, Беларусь, свободная и демократическая страна, которую сделает белорусский народ в будущем. И вот хотел бы сделать такой призыв, требование к странам Европейского Союза, Великобритании, США, Канады и других демократических стран с требованием выдворить из своих стран всех консулов, всех послов Беларуси лукашенковской, этих прислужников лукашенковского режима, так как я считаю, что на дипломатической работе в Министерстве иностранных дел имени Александра Лукашенко честных людей не осталось. И вот это выдворение, и это выдворение этих консулов, послов с этих стран демократических будет одним из шагов для победы над режимом Лукашенко и решением вопроса с иммигрантами. Не бойтесь, вам уже терять нечего. Рано или поздно Лукашенко все равно сделает вам такую проблему, что вы не будете даже знать, куда бежать. Запомните, режим Лукашенко — это бомба замедленного действия для Европейского Союза. Высылайте послов, высылайте консулов, гоните их в шею с ваших стран. И так вы спасете демократию и свои страны от нашествия нелегалов. Живе Беларусь!